продолжение сюжета об устройстве магистрального воздушного фильтра, представитель компании Ariacom рассказывает о дополнительных опциях. Дифманометр, который показывает степень загрязнения фильтроэлемента посредством определения потери давления. Чем грязнее фильтроэлемент, тем больше потери давления. Можем по заказу оснащать ручными конденсатоотводчиками. Это гораздо дешевле. Ну, не гораздо, конечно, но дешевле, чем поплавковый, если на то имеется спрос. Сенсорный конденсатоотводчик производства Нидерланды, Йорк завод. Это сенсорный конденсатоотводчик имеет здесь непосредственно внутри сенсор. При достижении определенного уровня открывает клапан, конденсат сливается, а и немножко оставляя конденсата на минимум, чтобы не было никаких потерь по сжатому воздуху. Это уменьшенная версия LE10, ACD-LE10. Имеет кнопку теста. При нажатии на него, при подключении к сети, можно проверить, как работает конденсатоотводчик. Также есть версия побольше, это ACD-LE100. Она уже гораздо помассивней. Имеет опцию сухого контакта. При подключении к сети можно через компьютер увидеть, в случае чего, если будет какая-то поломка или неполадка, то это отобразится на компьютере. Крепежи. Если необходимо скрепить несколько магистральных фильтров друг с другом, они крепятся непосредственно друг с другом через прокладки и также кронштейнами к стене.